11-летняя девочка от скуки отправила старшей сестре смс-ку о том, что дедушка к ней пристает. И откуда ты взяла это? Из интернета. То есть там было, если вы не хотите там оставаться что-то в лагере, то просто скажите, то есть, типа, к вам там пристает какой-то вожатый, что-то вот такое. Вот внучка писала ходатайство в следственные органы. Я зачитаю. Находясь у бабушки с дедушкой на летних каникулах, оговорила своего деда Трубачева Виктора Ивановича в преступлении, которое он не совершал, так как очень хотела, чтобы меня забрали домой в Сочи. В деревне было мне очень скучно. Дед находится под стражей уже 1.5 года, а семья пытается эти 1.5 года доказать его невиновность. Подробности странного дела сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».